Приветствую вас. Давайте разберем вопрос. Мой муж не хочет со мной заниматься сексом, боится, что забеременею. Что мне делать? Ну, что делать, чтобы что? Во-первых, да. То есть, ну, если муж боится, что вы забеременеете, вполне такой нормальный страх, если человек не хочет, как бы, детей. Вот, с другой стороны, есть способ этого избежать. Не, конечно, не стопроцентный, но есть. Стопроцентный способ, кстати, тоже есть. Поэтому тут вопрос как бы обоюдных договоренностей, но самое главное, это, наверное, вопрос доверия. Это самое главное. То, что не есть хорошо в этой ситуации, это то, что вот, ну, как бы, у вас отсутствует доверие, как бы, ну, в отношениях. И вот это, наверное, самое скверное во всей этой ситуации, что у вас нет доверия. Потому что, если доверия нет, то я бы сказал, что это, ну, способно повлиять на все. Поэтому здесь в первую очередь нужно разбираться с вопросом о том, как у вас с доверием и как у вас, ну, как бы, обстоят дела с целями. Именно вот с вашими общими целями, да, то есть посмотреть на то, собственно, вот как вы видите, ну вот вашу, там, не знаю, ну, вашу жизнь, да, вот как вы в целом ее видите вообще. Ну вот, потому что, ну, может быть, такая история, что вы хотите одного, муж хочет другого. Это все нужно, ну вот, в какой-то степени все это нужно обговаривать, в какой-то степени все это нужно исследовать, и в какой-то степени все это нужно обсуждать. Вот. Приводить это все нужно к какой-то общей истории, общему знаменателю. Вот. И дальше уже, ну, смотреть. А дальше уже смотреть по ситуации и так далее. Вот, то есть это вопрос доверия. У вас вот недостаточно доверия. Ну, как бы, в отношениях, к сожалению, большому моему должен вам это сказать. Вот. Неприятно, да, я знаю, понимаю, что это неприятно, но вот нет доверия, и, соответственно, как факт, вот начинаются сложности, как факт начинаются, ну, проблемы и конфликты, недопонимания и так далее. Вот. Поэтому я бы здесь обратил внимание вот в первую очередь на это. Вопрос доверия. Всегда, всегда такая история, как интимные отношения, ну, много на самом деле чего, но вот, интимные отношения — это вот всегда про доверие. Если вот доверия нет, да, если нет доверия, то сразу же возникают вот какие-то моменты. То есть почему муж боится, там, что вы забеременеете? Потому что, ну, у вас на это, ну, вероятнее всего, свой взгляд. И вы не ищете компромисс. Вот. Муж это знает и, соответственно, избегает. Вам бы открыто поговорить про, ну, вообще про детей, про
ну, отношения детей, вот, в том числе как бы его отношения там к детям, ваши отношения к детям, вот, и так далее. То есть это вот все нужно как-то вот исследовать, это все нужно, это все нужно разбирать и прорабатывать, потому что, ну, вот, в противном случае вряд ли вот, ситуация будет как-то улучшаться здесь. Вот. Это вот то, что, в принципе, я могу вам сказать сейчас. Ну, как бы вот такой вот позиции, да, с точки зрения вот психологии и так далее. Поэтому, да, ситуация, она неприятная, безусловно, это правда, абсолютно. Это правда, что ситуация неприятная, но как бы нужно вот нужно что-то делать, вот, нужно как-то вот ее, ну, ее прорабатывать, если вам ваши отношения дороги, если вы хотите, ну, как бы отношения ваши, так скажем, сохранить. Вот, и, соответственно, тут уже вопрос того, вот, готовы ли вы там разбираться в себе, допустим, да, готовы ли вы там, ну, учиться слышать вот своего мужа, готовы ли вы меняться сами, готовы ли вы там идти на компромиссы, на уступки и так далее. То есть это все вот по факту очень такие важные вещи. Вот. Это, я бы сказал, что также вопрос, касающийся, ну, наверное, ну, широты ваших взглядов по поводу, ну, секса в целом. То есть, вот насколько вы, ну, грубо, насколько вы, грубо говоря, ограничены в плане восприятия секса, да? Вот насколько вы, ну, в этом смысле, насколько вы в этом смысле раскрепощены, я бы вот так, наверное, еще сказал бы. Потому что, ну, одно дело, если вы не раскрепощены, да, одно дело, если вы кто-то вот, ну, в себе там сомневаетесь, да, одно дело, если вы, допустим, какие-то, ну, какие-то вот какие-то элементы, скажем так, не принимает, ну, не принимает, да, допустим, ну, допустим, в том же сексе вот какие-то элементы, допустим, не принимаете, не можете принять. И совсем другое, если вы просто испытывать какие-то трудности с доверием. Это не одно и то же, и, соответственно, мне кажется, что вот на это вам нужно обратить свое внимание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и обращайтесь.